Эти юные барышни отлично знают, как красиво повернуть головку или улыбнуться, и при этом всегда помнят, что украшает девушку идеально ровная спина. Неважно, сколько тебе лет, пусть даже и 10, ведь даже в столь юном возрасте понятие «дефиле» может быть и немало знакомым иностранным словом. На самом деле возраст 10 лет был чуть приукрашен, ведь самой юной модели 5. Не подумайте, что для самых маленьких тут есть поблажки. Азы постигают все. Начинаем все с постановки корпуса, подбородок. Держать надо подбородок, держать надо спинку. Вот. То есть, когда уже какие-то элементы выучены, на эти элементы уже накладывается какая-то манера. Прежде чем показать себя во всей красе даже на воображаемом подиуме, девочки хорошенько разминаются. Пошли. И раз, сидим спинка ровная. И ложимся тихонечко. Растянулись. Пошли. И раз. И снова все для ровной осанки. Здесь об этом не напоминают, здесь про это просто не забывают. А потом все входит в привычку, и девочки даже не задумываются, ровная ли у них спина. Не то что на подиуме, но и в жизни. Интересно, а о чем все же думают во время дефиле? Дети два раза работали. Первый раз, конечно, немножко поскромнее, но вот сейчас вот я очень довольна. Хочу спокойствие. Всегда говорю, чтобы думали наперед, что они должны делать. Чтобы не отвлекались на подиуме мыслями о том, как на них смотрят, что о них думают. Я всегда им говорю, об этом подумайте тогда, когда уже сойдете с подиума. То есть концентрировать внимание на том, что они должны сделать, чему я их учу, не отвлекаться на как бы зрительный зал. Это была теория. А что же происходит на практике? Чувствую, какая я красивая, как на меня все смотрят, как я могу представить эту одежду. Мне нравится, когда ты идешь, когда на тебя все смотрят, когда у тебя получается движение. Еще одно необычное упражнение из разминки маленьких моделей – ходить на носочках. Не так-то это и просто, но девчонкам, видно, это хорошо дается. А интересно, сложно ли пройтись по подиуму? Я уже хорошо научилась, поэтому мне не сложно. Все правильно, главное – уверенность. Неуверенная модель просто быть не может. А может, не только модель, но и каждая девушка. Это надо для того, чтобы уверенно держать себя в жизни, быть красивой, стройной. Вот это, на мой взгляд, лишает многих комплексов, избавляет от многих как бы комплексов, такие как застенчивость, неуверенность в себе. Оказывается, всему этому мастерству можно и нужно учиться даже с 5 лет. И не нравится такая наука, просто не может. Почему? Глупый вопрос. Это девочки. Конечно, им это нравится. В школу юных моделей заглянули Кристина Рыбик и Андрей Кульгавый. Студия хорошего настроения.